одно я хочу сказать. Везде я была, и в Германии была, и на Украине была, и в Армении была. Лучше нашей родины моей, я тоже здесь уже 80 лет, я здесь родилась. Лучше нашей Грузии нигде нету, это тоже скажу. И люди ни один раз меня не упрекнули, что ты армянка, ты такая, не было этого. Что говорят национальные, здесь нету такого. Мне 80 лет, я этого не слышала никогда. Я такое право имела, как все грузины. Такая я армянка, имею право такое, как они. Никогда меня не упрекнули. Вот перед Богом молюсь, это правда.